Здравейте, уважаеми зрители! Фулклорна трапеза вече започна, аз съм Каролина Дичева. Радвам се, че и днес избрахте да бъдете с нас. Приветствам ви за избора, защото нямам търпение да видите всичко, което екипът ни подготви специално за това издание на предаването. И за да съм по-конкретна, още тук и сега ще ви кажа, че в първата половина на днешната ни среща ще видите рецепта от руската кухня. Рецептата се нарича окрошка с квас и сред находките от старинната руска традиция. Как точно се приготвя тази рецепта, ще ни покажат представителите от фолклорен ансамбъл Отрада към Център за национална култура, град Нижневартовск, Русия, с ръководител Марина Молодцова. Във втората част на предаването ще разположим рубриката «Етнонаходка», по време на която ще ви представим фолклорен ансамбъл «Горнополска песен» към Народно читалище «Пробуда 1923-та село Овчарци, община Сапарева баня. И така, след като плана за днес вече е ясен, можем да започваме с неговото изпълнение. Стартираме с хубав народен български танц. Thank you.
след това танцово въведение в днешната ни телевизионна среща, сега ви предлагам да видим и едно изпълнение на фолклорен ансамбъл от Рада от Нижневартовск, Русия. Записът е от участието на състава в Световния шампионат по фолклор през 2019 година, когато руските ни гости бяха сред носителите на златен медал, номинация за гран-при и специалната награда от Световната асоциация на фолклорните фестивали. Само година по-рано ансамбълът от Рада участва и в Европейски шампионат по фолклор Еврофолк и зае третата позиция в крайното класиране, което донесе на руските ни участници бронзовия медал и бронзовия орфей на шампионата. И така, минути преди нашето онлайн интервю с отрада, вижте едно от фолклорните изпълнения на ансамбъла на българска сцена, заснето по време на 9-я световен шампионат. Жду, пожду, все глаза выплакала. Где ж вы, мои дорогие? Дождусь ли вас? Увижу ли? Эх, таганэ ройоге, эх, таганэ ройоге, эх, таганэ роге салучелася бяда, эх, таганэ роге салучелася бяда. Ой, там убеяли, ой, там убеяли, ой, там убеяли. Там казачка стояла, раз красавица была, там казачка стояла.
пришел, за собой коня привел. Казак Гвоздик пришел, за собой коня привел. Атаман говорит, вы гуляйте, казаки. Атаман говорит, вы гуляйте, казаки. Вече видяхте ансамбъл Отрада на българска сцена, сега е време и за нашата онлайн среща с тях. Както вече казах по-рано, днес в фолклорна трапеза предстои да видим как се приготвя една от кулинарните емблеми на Русия. Останете с руските ни участнички в предаването и проследете технологията на рецептата. Здравствуйте! Мы желаем вам здравия. Наши дела на самом деле очень замечательные. Почему? Потому что наконец-то начинает отступать пандемия. Наконец-то возрождается живое общение. Возвращается жизнь на круги своя. И нас это очень радует. И, конечно, мы желаем всем, чтобы пандемия-то скорее закончилась, и мы могли встретиться не онлайн-формате, а на самом деле могли приехать в любую страну и общаться с нашими друзьями, которых мы уже успели приобрести в Болгарии. Где мы сейчас находимся? Вот сейчас вы вместе с нами находитесь в зале казачьего куреня хутора Приобского. Это именно та комната, та зала, где проходят наши репетиции, где мы готовимся к нашим концертам, где мы готовимся к выступлениям, готовимся к конкурсам и фестивалям, несмотря на то, что не можем встретиться и выступить на сцене, но концерты мы все равно подготавливаем. Что нам помогало во время пандемии сохранить вот эту нашу активность? Это наша огромная любовь, я не боюсь сказать этого слова, огромная любовь к нашей народной культуре, к нашим народным традициям и, конечно, к нашим песням. Нам очень хочется, чтобы все зрители слышали наши песни и любили их точно так же, как это делаем мы. И недаром мы иногда говорим, что для нас песня – это как глоток жизни. Для кого это для нас? Мы – ансамбль казачьей песни «Отрада» из города Нижневартовска Ханты-Мансийского автономного округа. В состав нашего ансамбля входит всего только 7 человек. И что интересно, состав постоянно меняется, потому что меняется жизнь, у кого-то меняются планы, кто-то приходит, кто-то уходит, но остаются самые сильные, самые преданные. В сентябре 22 года нашему ансамблю исполнится 25 лет. И поэтому, конечно, сейчас мы уже готовим юбилейную программу. Мы хотим собрать всех тех членов коллектива, которые начинали петь со дня его основания и продолжают петь до сегодняшнего дня. Что еще хотелось бы сказать? Мы с удовольствием согласились принять участие в телемосте, можно так сказать, с Болгарией, которая называется «Фольклорная трапеза».
Да, и огромное спасибо вам за то, что вы нам предоставили эту возможность. Мы немножко волнуемся потому, что для нас это очень необычное, очень интересное, непривычное такое начинание. И мы, конечно же, с удовольствием хотим попробовать себя и в этом амплуа. Что у нас получится, судить, конечно, вам. Итак, сегодня мы хотим приготовить любимую всеми россиянами окрошку. Традиционный национальный холодный суп. Это блюдо одно из немногих, которое утоляет как голод, так и жажду, особенно в жаркое время года. Но приготовить его можно в любое время года, потому что сейчас продукты, особенно зелень, свежие овощи, продаются практически круглый год. Для ее приготовления нам совершенно не нужны никакие экзотические продукты, а также мы приложим минимум усилий. То есть справиться с этим блюдом может любая хозяйка, даже самая неопытная. Вкус окрошки знаком нам всем с детства, потому что ни одно лето не обходилось без этого сытного, легкого блюда. И еще бы, в ней ведь столько витаминов. Там и первые свежие овощи, там и ароматная зелень. А на каком квасе готовят окрошку? Домашний, настоящий, русский ароматный квас. Это, конечно, так как окрошка у нас будет мясная, то это мясо. Отварная говядина и курица. Второй ингредиент, который нам понадобится в обязательном порядке, это картошка. Мы отварили вкрутую яйца из овощей. Первых весенних – это огурцы и редиска. Никак окрошка не может обойтись, конечно, без зелени. От этого никуда не денешься. Если это лето. А если вдруг вы готовите окрошку не летом, а зимой, и зелени нет на грядках, тогда можно взять сухую зелень, потому что хозяйки, как правило, могут это предусмотреть – и наготовить летом на зиму эту зелень. И, конечно же, какая крошка, как сказала уже Оля, основа ее – это домашний русский квас, который для этого супа брался специально холодный. Очень часто его доставали из погреба. И если вдруг крошка была не очень холодная, а теплая, тогда в окрошку могли положить лед. Название окрошка происходит от слова крошить, то есть мелко нарезать, измельчать. Поэтому мы тоже должны измельчить все наши ингредиенты. Для экономии времени мы уже частично нарезали картофель, мясо, яйца, измельчили зелень. И мне осталось дорезать огурец и редис, для того, чтобы вы поняли, как именно правильно нарезать овощи в это блюдо. Пока Оля показывает, как на самом деле правильно нужно нарезать, чтобы окрошка была очень вкусной, ингредиенты, я хочу сказать следующее, что русская окрошка – это уникальнейшее блюдо. Почему? Потому что все продукты, которые есть у вас в хозяйстве, пригодятся для приготовления этой окрошки. Но самое интересное дело в том, что немножко, конечно, волнуюсь. Самое интересное, что если вдруг каких-то ингредиентов вдруг у вас не будет, закончилась у вас говядина. Нет у вас отварной говядины. Вы можете взять любое другое мясо или обойтись одной курицей. Если у вас закончилась редиска, ничего страшного, достаточно будет огурчиков. То есть окрошка сама по себе – это полная импровизация составных, которые в нее входят, вкуса, пряностей и так дальше. Можно еще рассказать, что окрошка бывает
как мясная, так и постная, потому что во время поста недопустимо кушать, например, яйца или мясо, или и то, и другое. Поэтому можно приготовить постную окрошку только, например, с овощами. Так, итак, я сейчас докрошила наши овощи. Вот так миленько нужно кубиками нарезать все ингредиенты. И, можно сказать, наша гуща для супа готова. Теперь мы берем суповницу и начинаем складывать нашу окрошечку. Первым делом я отправляю в суповницу зелень. Насыпаю зелень. Марина, помоги, пожалуйста, немножечко присыпь мою зелень солью. Достаточно. Почему немножечко мы присыпаем зелень солью? Потому что, опять же, на Руси, пока Оля здесь натирает зелень, потому что на Руси существует такая пословица, что недосол стоит на столе, а пересол на спине. Поэтому добавляли соль уже по вкусу, когда наливалась эта окрошка, этот суп в тарелку. Я немножечко притолкла нашу зелень для того, чтобы она дала аромат нашей окрошки. Да, если бы вы только это почувствовали. На самом деле пахнет не просто зеленью, укропчиком, луком, а пахнет летом, которое летом. Мы на нашем севере очень ждем. Да. Теперь мы позволим подружиться всем нашим ингредиентам в одной супнице. Итак. Я отправляю к зелени нашу картошечку. Мелко нарезанную кубиками. Вот так вот, чтобы видели. Да. Да. Теперь туда же пойдет подружиться наше мясо. Здесь курица и говядина. Совершенно верно. Но напоминаем, что вы можете туда положить либо только один вид мяса или еще... Любители мяса могут добавить хоть индейку, хоть поросята. Мы поросеночка. Отправляем туда яйца мелко накрошенные. Такие маленькие солнышки. Туда же отправляется редиска. Можно сказать редис. И наш огурчик. Сначала я доски сниму, пусть будет здесь. Так, и немножечко с ложечки. И вот наша основа готова. То есть мы сложили все мелко нарезанные, покрошенные ингредиенты в одну супницу. Что будем делать сейчас? Мы сейчас будем заливать нашу окрошку ароматным квасом. Так, закрываем квасом всю нашу полученную смесь из совершенно овощей и мяса. Теперь можно еще чуточку присолить, это все по вкусу, и немножко поперчить. Для пикантности и для такой ядрености, да, и для аромата мы добавим совсем немножко русской горчички. Она даст обалденный вкус. И теперь будем закрашивать нашу окрошечку, то есть заправлять ее сметанкой. Так как окрошка – это все-таки, как я сказала, уже импровизация, то вместо кваса можно, конечно, налить и кислого молока. Айрана. Можно налить айрана. Можно добавить йогурта.
Или, как сейчас это любят делать, наливать обыкновенно минеральную воду. Я добавлю еще. А некоторые хозяйки, которым просто-напросто некогда отваривать мясо, они могут спокойно в окрошку нарезать колбасу, отварную колбасу или вареную колбасу, подкопченую колбасу, на любой вкус, какой нравится. Итак, мы приготовили окрошку, но до подачи мы должны ее на 30 минут поставить в прохладное место, чтобы она охладилась, настоялась, набралась аромата. И потом уже можно ее употреблять. Вот это холодный суп, да? И сразу, у нас окрошка, а вот в Болгарии мы кушали холодный суп таратор. И я думаю, наша окрошка все-таки вам напомнила и ваше национальное блюдо, потому что ваш холодный суп таратор, как мы кушали, когда мы были в Болгарии, мы знаем этот вкус. Это кислое молоко или йогурт. Точно так же там были мелко нарезанные или натертые огурцы. Обязательно была зелень, насколько я помню. Это была соль, соответственно, по вкусу. Перчик, чесночок, насколько толченый. Иногда добавляли орехи. И грецкий орех. То есть вот к тому, что все-таки окрошка – это не только чисто русское блюдо, но еще есть и разновидности в других странах. Ой, совершенно верно. Где еще? Скажи, есть и в Узбекистане. Это узбекский чалоб, если не ошибаюсь, он на кефире. И в Индии куриный бульон перемешивают с йогуртом, добавляют туда имбирь, карри, мяту, и это тоже аналог окрошки. Есть на Мацоне, называется это блюдо дагарамач. И вообще практически в каждой национальности или у каждой народности есть подобное блюдо. Я даже не могу сейчас представить, чтобы у кого-то не было такого холодного супа, который удаляет голод и жажду в жаркое время года. И вот, прошло 30 минут, наша окрошечка настоялась, и сейчас мы готовы вас ею угостить. Разрешите немножко откланяться, я пойду возьму красивую тарелочку. А вот эта красивая тарелочка, вы, наверное, тоже ее узнаете. Когда мы были в Болгарии, то никак не смогли взять к себе на память. И вот такие тарелочки, и если вы видите, то наши ингредиенты тоже лежат на блюде, которое привезли из Болгарии, которое на наших кухнях очень часто используют наши хозяйки. Итак, мы возьмем. Ой, а какой аромат. Запах вам не передать. Итак. Жалко, что вы не можете ее попробовать. Если бы мы были в студии, и вы были в студии, мы бы вас обязательно угостили. Русское блюдо. Да в болгарской тарелочке. Да с черным хлебушком. Итак, приятного аппетита. Угощайтесь на здоровье. Кроме холодного супа таратор, нам в Болгарии еще очень понравилось одно блюдо. И мы приезжали к вам два раза в гости. И все два раза, все две поездки, каждый день практически не обходился у нас без вашего очень вкусного блюда сач. Это жареное мясо с овощами, которое запекалось в печи или на гриле и подавалось прямо вот с жару, с жару, с пару, с пылу,
и было очень-очень вкусное. Очень бы хотели показать вам одну песню некрасовских казаков. Но она очень необычная, и вы сейчас в этом убедитесь. Мы ее услышали, она нам очень понравилась, и мы думаем, что она сейчас будет прямо к месту, и мы начинаем. Да, и мы начинаем. Ездили на чемпионат европейский и мировой подряд. И вы знаете, мы об этом, наверное, ни разу не пожалели. Потому что такой встречи, она нас встречала всегда солнышком, она для нас всегда солнечная Болгария. А уж в 18-м-то году нас вообще самолет встречали шампанским и давали нам розочки. Нам прямо тогда повезло. Вот. И такое отношение теплое, несмотря на какие-то трудности между, какой-то языковой барьер, но никогда нам ни в чем не отказывали, всегда помогали. И мы встретили очень много друзей, узнали много о культуре другого народа. Вот. И поэтому, конечно, огромное-огромное спасибо за то, что вот мы смогли еще раз, как будто бы вот сейчас, знаете, услышав вашу речь, такую интересную, так как вы говорите очень хорошо на русском языке, вот мы как будто сейчас на самом деле побывали в Болгарии. Спасибо вам огромное. Мы передаем привет всем, кто нас увидит в эфире, с кем мы познакомились на фестивале, на конкурсе в Болгарии. И, конечно же, Калаяну Никову. Конечно. Это обязательно. Это тому человеку, благодаря которому вообще попали в Болгарию.
Поэтому всем огромное спасибо, всей вашей команде. До свидания! Будьте здоровы! Не болейте! След тази изключително интересна и съдържателна онлайн среща с ансамбъл Отрада, сега бих искала да ви предложа да чуем и видим още едно тяхно изпълнение, отново от участието им в България. Този път ще видим извадка от репертуара, с който състава се представи на сцените на Европейския шампионат по фолклор. Да фаволи се во. Времето, с което разполагаме до края на предаването, ще отделим за представянето на фолклорен ансамбъл Горнополска песен към Народно читалище Пробуда 1923, село Ловчарци, община Сапарева баня. Ще видите отказ от един от филмите, които екипът ни е правил за този състав. Фолклорен ансамбъл Горнополска песен е сред ежегодните участници в различни форуми от музикални празници Еврофолк. Нека и днес да се порадваме на песните на този ансамбъл. И горно полки го, ай, но и, ай, но горно полки
Да кажем кой поред е този DVD диск, който правим за горнополска песен. Този DVD диск е 8-ми поред. Направили сме 7 и сега този е 8-ми поред. Правили сме в Велико Търно, в Арпанаж сме правили, на Леденика сме правили, на Тилифарев схема сме правили и на Ходнешкия водопад и един диск сме направили в Търно и в Овчарци. Защо решихте отново да снимате състава и да извадите тези песни на показ? Защото в ансамбъла има много нови певици, има много млади момичета, които не са били никога с нас и не са участвали във филм. И сега решихме да направим, защото те са много ценен кадър за ансамбъла. Този диск снимаме в Китен и в покрайнините на Китен. Какви песни избрахте да включим? Избрахме песни от нашия район, специално песни от нашето село, които са характерни и типични за Югозападна България. Момичетата много бързо схващат песните, разбират за какво става и с желание и с много усърдно се подготвят за фестивалите. Нека тук да кажем, че всъщност вие сте извора на тези песни. Колко песни имате събрани от вашето село и от вашия край? Много песни. Не мога сега точно да кажем колко песните са, но много песни са минали до сега, защото ние участваме още от първия Балкан фолк и винаги представяме песните от нашия край.
Много певици са минали през ансамбъла, оркестранти, но и сега аз искам да изкажем благодарност на оркестъра при ансамбъла, който много упорито се старае, за да представи песните така, както са типични за нашия район. А какво точно е типично за вашите песни? Тъжни ли са, весели ли са или всичко има? За нашия район песните са типични, от всичко има. Говори се за любов, говори се за работа, говори се за всичко. И хедушки песни, за всичко се говори. Но най-напред мога да кажа, че двугласното пеене е характерно за нашия район. И момичетата и жените ги изпълняват певиците с големо желание. Yeah.
На колко години стана горнополска песен? Горнополска песен е основана през 1962 година. 53 години се получават. А в момента колко човека наброява ансамбъла? В момента ансамбъла се състои от 26 човека, като тук на фестивала сме 20 участници на сцена. С нас обаче водим и голяма група наши фенове, наши близки, които дойдоха да ни подкрепят на този фестивал и да видят какво всъщност ние сътворяваме тук на този фестивал. Снимаме евните на Черноморски събор Еврофолк в неговото 12-то издание. Вие за кой път участвате? На Черноморския събор също сме от самото начало.